Игровой зал «Фок Орион» заполнили единоборцы. Половину площадки отдали боксерам во главе с чемпионкой Европы Светланой Слуяновой. Левый, левый, правый, уклон, то есть уклон или шаг в сторону, и бьем правый, и выходим. Занятие воспитанников детских боксерских школ со Светланой Слуяновой – непростая тренировка. Это мастер-класс в рамках проекта Олимпийского комитета России «Олимпийский патруль». Его реализуют уже 8 лет. В Ульяновск он прибыл впервые. Очень серьезные чемпионы приехали, как бы, на которых еще я вот так вот еще смотрю. Это очень важно доносить до молодежи нас вот эти вот те же олимпийские ценности, о которых сегодня шла речь, внедрять, так скажем, олимпийскую идеологию нашим детям. Не только практика, но и теория. Прежде чем выйти на площадку, юным спортсменам рассказывают историю олимпийского движения в мире и в нашей стране. При этом реальные примеры от реальных чемпионов, специальных гостей проекта. Все, кто добились определенных высот, должны вернуться туда, в те же залы, к тем же детям и нести вот эту лепту для того, чтобы точно так же за тобой потянулись на твоем примере. Хасан Халмурзаев – самый титулованный гость олимпийского патруля в Ульяновске. В 2016-м в Рио-де-Жанейро он выиграл турнир по дзюдо. 15 лет потребовалось ему, чтобы пройти путь от новичка спортивной секции до олимпийского золота. Теперь с удовольствием делится секретами своего мастерства с юными ульяновскими дзюдоистами. И надеюсь, конечно, вот от этой нашей встречи дети немножко лучше, уже сильнее захотят. А вот если желание, если вот зажегся, то я думаю, результат как бы не за горами, как говорится. Около часа длится мастер-класс Хасана Халмурзаева. За это время он успевает показать и досконально разобрать пару приемов, в том числе и свою коронку – бросок, которым в 2016-м в Бразилии уложил на лопатки соперника из США и стал олимпийским чемпионом. Не исключено, что в будущем именно этот прием пригодится нынешним мальчишкам и девчонкам, чтобы повторить успех Халмурзаева на соревнованиях самого высокого международного уровня. Михаил Сашанский, Управда ТВ.